Олимпийский огонь мы увидим примерно через 11 дней. Ну а тех, кто понесет огонь по территории Чувашии, прямо сейчас. Мы продолжаем рассказывать о факелоносцах. Напомню, это не только именитые спортсмены и политики, но и простые жители республики. Одним из тех, в чьих руках окажется олимпийский факел, стал Дима Григорьев. Он живет в Канаше и учится в 9 классе. Как ни странно, стать факелоносцем ему помогла не только любовь к спорту, но и к природе. Обязательным условием одного из партнеров игр, который проводил отбор участников эстафеты, было сочинение на тему защиты окружающей среды. Я вот написал отношение какое твое к природе. Я написал, и по результату этого сочинения меня выбрали. Еще было голосование, проходило по этому голосованию. А кто больше наберет, больше баллов, тот и как бы выиграет. Поддерживали меня друзья. Я хотел стать факелоносцем, потому что это большое достижение для меня. Я буду бежать в Чебоксарах на улице, по улице Калинина от остановки. 300 метров. Я все лето бегал, тренировался.